все, можете вычеркивать Ахмада из Rock Access из списка потенциальных женихов. Вайнер сделал своей girlfriend фотомодели Асие М предложение. И кажется, парень всегда мечтал стать примерным мужем. Доброе утро, и с сегодняшнего дня самое интересное, что со мной произошло, это то, что теперь я могу говорить, я со своей супругой, я вот сейчас пойду позавтракаю со своей супругой, а можно моя супруга, пожалуйста? Несмотря на то, что они знакомы 5 лет, парочкой стали примерно год назад. Ахмад не тормозил, просто девушка тогда уже была в отношениях с Эйзи. Вот только из ее жизни он ушел раньше, чем из 91. И теперь ей песни посвящает Ахмад. Протяни мне руку, жари, на двоих тебе нам хватит. Свет от нас двоих мерцает, твои губы кометят, а нет. Голубки частенько радовали фолловеров совместными фото и видео. Особенно всем полюбился парный ТикТок. Впрочем, из четверки Rock Access в холостяках остался только Жан Дос, а некоторые успели жениться дважды. Ну а пока Ахмад ходит в эйфории на отдыхе с будущей женой и даже не представляет, что его ждет. Так как ресторан сейчас закрывается, моя супруга решила набрать полную тарелку еды. Ну и пока молодые отдыхают перед предстоящими хлопотами с интернациональной свадьбой, их друзья уже вовсю готовятся зажигать подтойские песни. А вообще, учитывая, что все блогеры вдруг разом решили жениться, ловите напоследок годный совет от Биржана Ашима. Короче, копите бабки на той.